Вот это мы застряли. Привет, друзья! Мы приехали в город Кенневик. Мы идем на весенний шопинг. Today we're going into JCPenney's. Just shopping. У нас это называется флэт. Римские сандали. Looks nice. Какие платья красивые. I like this dress. How much it is? Посмотрите, какое платье. И клатч, босоножки и украшения. Все серебряное. Это платье стоит $200. Мужские туфли 49,99. Красивые. Черные есть. Черные $80. На распродаже все вот эти вот по $50. Ой, какой большой выбор. Вот эти красивые. Здесь 70% скидка. Если эти $100, они будут $30 стоить.
кеды. Men's footwear. New Arrivals, последнее поступление. Пума, вот эти белые, $70, это 80. Написано, что это распродажа. %25 скидочки. Здесь уже не все размеры.
кеды на скидке 20 баксов. Вешалка стоит, все до 10 долларов, клиренс, рубашки мужские. Очень плотно все висит, ничего не посмотреть, надо вытаскивать. Рубашка будет стоить 8 баксов. Новое поступление. Hello Kitty, 50 долларов. А шорты 40 долларов.
Джинсы с напылением и шорты с напылением. Такая цена. Здесь Wrangler висит на скидке, джинсы и рубашки без рукавов. Трикотаж из Аризоны. Сарафанчики Arizona Jeans, $50. Белые джинсы Arizona Jeans, $33.99. Пришла в большой отдел. Скидки 40%. Очень много платьев. Это платье-костюм. Цена 89. Все сделано в Китае. Вот этот практичный трикотаж. 4. Если 74 стоит, будет 44. Вот такое платье. Горошек сейчас модный. Очень большой выбор. Ричард у нас уже нашопился, купил себе то, что хотел, пошел в машину. 140. Really? Окей. Okay. Как угодно без я. В этом магазине нет тележек. Платьишко интересное. Плотный трикотаж на подкладке. Шифон на подкладке.
руки. Красивое бирюзовое платье с одним плечом стоит $90, так будет $62 стоить. Тут вот костюмчики. Здесь юбка с пиджаком. Решила себе купить капри, $37, и размеры 12, 8, 10, 12, 16 и 1/18. Так, еще какие цвета есть? Белый, красный, бежевый. Так, бежевый, наверное, лучше всего. What color do you like both? This one or that one? Беж? Nee, this is ugly. Ричарду нравятся джинсовые. Они такие страшные. Так, купи один и одни бесплатные. О, $21 это скидочка приличная, не 37 все-таки. 22 звучит лучше, чем 37. Новые поступления. Очень модный цвет, персиковый. Жилетки, пиджаки, брючки вот такие. Это на лето. Тут рубашки тоже такой цвет красивый. Так, витрина украшена. Весенняя коллекция. Лимонный цвет, вау, красота. Здесь очень интересная цветовая гамма, яркий блок, черный. Юбка такая же и малиновая юбка.
Ой, какая прикольная блузочка. Ну, вот здесь такие же, с такими же рукавами, только однотонные. Я поискала себе купальник. Ничего мне не понравилось. Цены бешеные. Нашли брюки пляжные, прозрачные, с разрезом. На боку разрезы прикольные. This is better. Этот топик тоже. Они больше спортивные, чем... Ну, плавать в них тоже можно. Большие размеры. Расцветка красивая. Кетчуп дорвался до Макдональдса. У него две булки с Chicken Nuggets. Пленок в панировке. Вот первая, вторая. Это он с собой набрал. Это моя картошечка. И еще будет полчики. Еще два пирожка с яблоками. Наконец-то распогодилось. Мы сходили в магазин Route 21. В этот вот. Здесь стоит розыгрыш. Выиграй свое путешествие. Стоимостью 25 тысяч. Ха-ха-ха. Была распродажа, все по $5. Мы, конечно, всего нахватали. Напоминаю вам, это наша поездка, весенний шопинг. Здесь Route 21, рядом магазин Office Depot, следующий магазин Best Buy, потом Микаэль, все там для собак. Дальше Rose Dress for Less. И сейчас мы направляемся домой. Жду ваших комментариев. Не забудьте поставить лайк. И если хотите, подписывайтесь и смотрите новые видео. Ричард ест свой пирожок с яблоками. Время уже вечер. Он целый день голодный. А у меня с собой есть клубничка. Я с собой взяла из дома клубничку. Это у меня на ужин. Еще у меня есть водичка и один банан.
это возим. Unbelievable. Look at this price. На заправке Кей. Бензин 3,98. It's now 3,98. Now it's back up. Оп, оп. Ничего себе. Только что. Now it's down again. 3,98, потом через минуту $4. 4,08. Кэш. А, за наличку $4. В кредит. Don't understand. Кэш. Debit card cash. This is cash. $4. Наличкой за $4. А с кредиткой за 3,98. Фигня какая-то. Наличку не хотят. Кредитку им. Давай. Здесь на 76-й 4,09. У нас 4,19. На Шевроне 4,5. $2.5. Не знаю, какого числа, но смотрела там один канал. Выехали на канал Drive.